кто смог, кто-то отправил нам сигнал СОС, что нам бы помочь гражданским эвакуировать их и уничтожить их хуже стены в этом городе. Так, это прям, знаете, как в день Д высадка, как я ранен, черт подери. Я не знаю, что это, но я хочу это. Вот у нас весь, дорогие друзья, рад приветствовать вас в новом видосе по Армии 3. Сегодня я буду играть на классном серваке, IP оставлю в описании. Сегодня у нас боевой вылет классный, так что присоединяйся ко мне прямо сейчас, IP я оставлю опять же в описании, и все ссылки, соответственно, тоже. Топ-коммент прямо сейчас на твоем экране, даже не топ-коммент, а топ-комменты. Да, потому что их несколько, но логично. Если ты вдруг сюда хочешь попасть, спускайся вниз и пиши свой комментик. Также поставь свой царский лайк и не забудь подписаться на канал. Ну а я всем желаю приятного просмотра. Ну что ж, друзья, кто не знает, я мало играю в Арму 3, в основном я снимаю видеоролики по Гаррис моду, но сегодня у нас с вами Арма, Звездные войны, и прямо сейчас боевой вылет будет. Давайте послушаем наших офицеров, что они нам скажут, и уже будем вылетать. Я на самом деле очень волнуюсь, потому что опять же мой первый боевой вылет, и волнение присутствует. Ну что ж, давайте послушаем наших командиров. Здравия желаю, бойцы. Сегодня поступило, скажем так, сигнал СОС из города Квак. Гражданские захватили дроиды. Кто смог, тот и отправил нам сигнал СОС. Так что нам бы помочь гражданским эвакуировать их и уничтожить этих такую жестяну в этом городе. Ну, в общем, друзья, в принципе, все понятно. Цель нашей задачи ясна. Как всегда, жестянки захватили мирных жителей, и нам надо их освободить. И, в общем, мы самый особенный эпизод первый, мы остались почему-то тут одни. Хотя все легионы, вроде и батальоны и так далее, вроде как разошлись. Ну ладно, будем ожидать нашего главного чувака. И уже потом мы с вами будем действовать. Кстати, у нас тут с вами есть R2D2, это наш талисманчик будет, да? Так что все хорошо. Короче, сейчас мы подождем, пока у нас там командиры переговорят, распределят вообще, что кто будет делать, как я понимаю. И уже мы с вами встретимся на боевой задаче. Друзья, скажу сразу, это моя первая боевой вылет вообще в армии. Да, ни разу я не участвовал в сражениях. То есть это мой первый будет опыт, мой первое боевое крещение, как на сервере, так и вообще во всей игре. Так что строго не судите, не надо писать, что я там дурачок, туплю и где-то РП может не отыграю, может слишком переиграю, все бывает. Вспомните себя, когда вы играли первый раз, и согласитесь, трудновато. В общем, увидимся с вами на боевом вылете. В общем, ребят, мы уже выезжаем на нашем крутом автомобиле. Честно сказать, я в Звездных войнах хоть и долго уже, наверное, лет 10, если не меньше. Но про такое транспортное средство я еще ни разу не видел и не слышал. Можете, конечно, написать в комментах, что это такое. Мне будет интересно почитать. Ну и, кстати, вот так выглядит это все дело изнутри. Блин, ну это, конечно, прикольно. Видите, тут каждый дрыгается, что-то чешет плечо, тут что-то смотрит вниз. В общем, классно, ребят, классно. Ну, а как мы окажемся в городе, мы включимся. Он у нас даже там пацанчик, видите, ранен в груди был прямо около сердца. Жесткое-жесткое ранение. Ребят, короче, мы уже подъезжаем к городу, по нам тут кто-то внезапно начал отрабатывать, мы отступаем, вы просто на это взгляньте, какая-то красота все же. Но вот, конечно, то, что по нам отрабатывают, это хреново, мы какое-то дерьмецо въехали, чувачок, куда ты нас притащил? Интересно, кто по нам только отрабатывает и выдержит ли эта фигня данные выстрелы, надеюсь, что да. Так, это прям, знаете, как в день Д высадка, сейчас мы чувствуем, заедем на берег и нам сразу скажут, вылазите, вылазите. Откуда они только бьют, хрен знает. Ладно, давайте уже от первого лица включимся. Вот так это все выглядит. Подождите, а куда было же на нас намного больше? Ну ладно, видно, куда-то мы уже вышли. А мы тем временем еще даже не на берегу. Давай быстрее, чувачок. Давай быстрее на берег вылази. И мы будем, пожалуй, тоже уже десантироваться, так сказать. Все отлично, я вышел. Нам сказали рассредоточиться. Блин, лагает ужасно, ребят. У меня сейчас 12 FPS, даже 11. Кто не знает, блин, так, надо бы сейчас аккуратно смотреть в оба. Блин, с моим FPS еще это вообще нереально трудно. Так, аккуратно, парни, аккуратно работаем. Смотрим в оба, смотрим в оба. Черт, вот эти еще резких движений, вот это расплывчатое все. Так, дроид в спине, откуда звуки идут, я не пойму. Так, ладно, я переберусь, пожалуй, к тому чуваку, буду около него держаться. Я буду держаться около капрала нашего. Так, 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 видно, 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 вижу дроида, черт подери. Как меня ранило, как это с одного выстрела? Бродяга ранен. Да не только бродяга ранен, вот ранен. Так, меня уже кто-то поднимает, я вижу, да, да, нет, это либо я же, либо дроид, подождите. Так, у меня тут беда, выбрать
торс, так как перевязывать-то, я не понимаю, подождите. У меня кровотечение, небольшая кровопотеря, сильная боль и большая какая-то рана. Куда надо, я не понимаю, подождите, чуваки, я вообще ни хрена не понимаю. Иду, сэр, как я ранен, черт подери. Требуется медпомощь, срочно. Черт подери, ребята, мне бы медпомощь, а то мне так хреново, вы не поверите. Перевяжи себя сам, а как мне что-то перевязать, подождите. Смотреть первичную карточку, подождите, выбрать левую. Ну, я выбрал левую руку, дальше что? Перелить пакет крови, нет, вряд ли мне надо. Ну-ка, вывести морфин, ввести, во, ввести морфин. Так, подождите, я выбрал, да, раны перелома, бинтовая повязка. Не, мне нужно, наверное, адреналин. Черт, я пока пойму, как мне себя, короче, давайте введем морфин, пофиг. Сейчас я тебе кровь переливаю. Мне нужна кровь, да, срочно, сэр. У меня, конечно, ребята, с кровью огромные траблы. Видите, все серое, это все из-за крови. Бродяга осматривает меня. Давай, братан, давай, осматривай быстрее. У меня пока что только небольшая боль и все. И еще небольшая кровопотеря. Сейчас мне кровь перельют, и все будет нормуль, надеюсь. Все нормально. Жди, пока перельется. Так точно, сэр. Мне сказали ждать, пока перельется. Ну давай, давай быстрее. Я тебя, блин, надеюсь, мне перельется кровь и все будет хорошо. Вот жалко, правда, парня, блин. Первого боевого вылета, уже первые потери. Я в шоке. Блин, когда мне уже перельется, а то так все серо, так все хреново. Блин, это я в шоке просто. А где у меня перелив раны, я не понимаю. Так, я сейчас все веселье так пропущу, оно долго. А, смотрите, принимается переливание 1100 мл. Вы что, рофлите? Мне ждать, пока мне целый литр зальется. Вот ты двигай. Сэр, у меня идет перелив. Не могу. А, ты можешь двигаться. А, так точно. Я могу, оказывается, двигаться, я понял. Так ни хрена себе, там чувачок с G6 работает, я в шоке. Кот, ходи, я их накрою, сэр, я их накрою, конец, ёптать, сейчас я покажу, кто тут главный или нет. Так, ладно, я не понимаю, правда, по кому я даже стреляю, но да ладно. Рядовой хаски ранен, похоже, я понял. Чёрт, у нас потери, как его так накрыло-то? Давай, 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 братишка, я прикрою, давай, 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 давай. Так, ясно. Так, блин, интересно, да, тут есть наклоны, великолепные, я думал, наклонов нет. 501 за мной. Так, я понял, нам надо, похоже, туда передвигаться. Бегу, 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 парни, бегу, бегу, все, 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 иду, иду, иду. Прикройте, я иду за дерево, наверное, встану, пожалуй. Так, ну, вроде пока противника я здесь не вижу, давайте аккуратненько. Так, на крыше никого нет, по улице тоже все чисто, отлично. Так, я иду за моим командиром, хорошо, я иду за ним. Так, нифига себе, он бандит. Так, 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 аккуратно, аккуратно двигаемся, парни, аккуратно, аккуратненько. Так, заходим в здание, отлично. Я понял. Так, сейчас аккуратненько мы продвигаемся в хату. Великолепно. Все отлично. Вроде никого нет. Отлично. Идем на второй этаж. Блин, вот эти чертовы лаги, это просто что-то с чем-то, друзья. Это просто что-то с чем-то. Так, куда мне идти дальше? Я не понимаю. Так, похоже, нам надо идти на самую крышу. Я понял. Так, все, да, мы уже на крыше. Великолепно. Так, ну, вроде тут пока все чисто. Смотрите, вроде я никого пока не замечаю. Спускаемся дальше, двигаемся. Так, вниз, 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 парни. Иду вниз, иду вниз. Блин, ребят, напишите в комменты, так и должно проседать FPS или нет. Просто может я что-то не так настроил или не так сделал, не знаю, просто это капец. Кстати, мне уже все перелилось или что? Да, мне вроде уже все перелилось, отлично. Так, я слышу, как будто техника какая-то едет. Так, около здания, отлично. Так, там наша техника работает. Давайте, парни, зададите им жару нахрен. Хуя, это что так работает? Я не знаю, что это, но я хочу это. Братан, так я тоже хочу. Это работают наши парни с автомобиля. Работаем, ребята, работаем. Так, я, пожалуй, в здание зайду, буду вот отсюда работать. Так, ну-ка, ну-ка. Нет, это дроид Б2, смотрите, это был не клон, а это был дроид Б2, я понял, я понял. Слева вроде тут никого нет, вроде все чисто, я смотрю, ладно. Гражданский. Где гражданский? Где вы увидели гражданского? Я никого не вижу, кроме напалма, скажем так. Нет, там у нас все чисто, видно уже всех скосили, великолепно. Так, я буду двигаться с чуваком с G6, потому что, ну, друзья, сами понимаете, с такими чуваками надо дружить наоборот. Так, аккуратно, аккуратно, тут у нас вроде все чисто, великолепно. Так, откуда работают? Откуда работают? Сзади, сзади, сзади. Черт подери, сзади, сзади, урод. Вот урод. Нет, нет, потери, кажись, потери, охренеть. Черт, я потерял двоих. И меня вырубили. Нормально, нормально, нормально. Откуда меня ранили, я не понял. Черт, это была засада просто потная. Так, но меня, похоже, вырубили. У меня пульс. Подождите, а какой у меня пульс? У меня все нормально вообще, нет? Ладно, давайте морфин ведем, пофиг, на всякий пожарный. Да и все, и пойдем дальше. Будет нормально.
Ну, в общем, ладно, давайте займем стройку. Надеюсь, я бегу туда, куда надо. Ребят, ну вот эти вот, видите, эти лаги, это нечто. Напишите обязательно в комменты, так и должно быть или нет. Надеюсь, что я ошибаюсь, и так не должно быть. И вы мне поможете это исправить. Так, ну тут, конечно, такая стройка. Нам то ли гражданских надо найти, то ли занять стройку. Один говорит найти гражданского, а другой говорит занять просто стройку. Так, ну я пока ее просто займу. Так, там вроде все чисто, отлично. Я даже, знаете, наверное, буду немного полуползком, потому что, ну нахрен выглядывайте тут. Это настоящий Вьетнам. Так, там наша машинка прикрывает великолепно, только тут даже оттуда вылезли. Ну, видно, мы уже заняли этот, скажем так, в кавычках штаб, и вроде все хорошо. Так, давайте перезарядимся еще на всякий случай. От греха подальше. Не хочу еще раз попасть под дроидов. Блин, у меня еще, знаете, такая винтовка, она стреляет не автоматически, скажем так, автоматически, она стреляет по разу. Это максимально неудобно и приходится иногда очень туго, но да ладно. В общем, вроде как мы заняли данное строение и будем ожидать дальнейших указаний. В общем, ребят, у нас тут просто нереальное какое-то мясо, у нас потери. Зачем я сюда полез, я не знаю. Хочу показать вам, каково это воевать за республику. Вон там у нас справа, видите, тоже чуваки несут кого-то. Вообще, что происходит тут? Так, так, откуда-то вон оттуда, вон, видите, бидоны, были. Мы вроде все, их всех уничтожили, черт подери. Вроде все зачищено, черт, не подоспело сюда к самой жаре. Вон там, вижу, у нас лад разбился, черт, подбили чертовы бидоны. Так, ну, вроде тут все отлично, ладно, давайте будем, наверное, уходить отсюда. Черт, у нас тут еще одни потери. Ну, а я буду отсюда, пожалуй, валить к черту. Давай быстрее отсюда уходим. Давайте глянем, что у нас в других местах. Но чувствую, дроиды контратакуют. Это хреново, я вам скажу. Конечно, вот такие окна опасны, где и слева, тут и спереди, и вообще везде, где только можно. Так, это что у нас тут такое? А, это наша та с вами машинка, если кто помнит, как она отрабатывала хорошенько. A few moments later. Все, валим, пацаны. Вы серьезно? Я забрался на за высокий этаж, чтобы валить отсюда? Блин, классно. Блин, посмотрите, у нас тут с вами потери. Ладно, блин, жалко, жалко, брат. Не дожил до конца миссии, совсем чуть-чуть. В общем, мы валим отсюда. Я только прибежал наверх, чтобы свалить. Ладно, класс. Так, валим, валим отсюда к черту, наконец. Блин, правда, я никого даже не убил, но да ладно. Это мой первый боевой вылет вообще за всю карьеру. Думаю, он был неплохо для первого раза, и в следующие разы будет только лучше и эпичнее. Так что ничего страшного. Но вроде как город под нашим контролем. Дроиды были выбиты, танки уничтожены. Так, нашел я свой отряд. Нас целых 5 в сумме. Ну, в общем, будем отсюда эвакуироваться и посмотрим, что будет у нас на брифинге. Но, думаю, нас там похвалят и повысят. Там у нас, смотрите, лечебница даже поехала. Великолепно. Да, видите, мы спокойненько уже идем. Значит, город под нашим контролем. Было жарко, там у нас еще силы выбираются. В общем, все великолепно. В общем, ребят, у нас тут небольшой трабл случился, у нас перевернулся транспорт. Я думаю, на этой веселой ночи, в принципе, можно закончить. На брифинге я боюсь, там могут нас ругать. В общем, вы меня понимаете. API сервера, все ссылки, название будет, опять же, в описании, также в закрепленном комменте. Ты сможешь так же, как и я, поучаствовать в боях и просто почувствовать себя клоном. Также подписывайся на канал, если тебе понравился ролик, и ставь, конечно же, лайк. А с тобой был Отто, увидимся в следующем ролике.